большой привет! С вами снова Супер Гекта, и сегодняшнее мое видео посвящено новогоднему конкурсу. Да-да, я делаю для вас конкурс к Новому году. Итак, как вы знаете, по традиции, мы, когда еще были детьми, конечно, садились на коленку к Деду Морозу и рассказывали ему стих, за это получали подарок. У меня будет условие немножко другое. Мы стих будем не рассказывать, ну то есть вы, мои дорогие любимые подписчики, будете не рассказывать, а писать. И мне необходимо именно четверостишье, то есть 4 строки. Конечно, это должно быть авторское дело, то есть вы должны сами написать. Ну, можете, конечно, подключить своих родственников, но то есть ниоткуда не списывать и так далее. То есть это должно быть оригинально и единственно в своем экземпляре. А на какую же тему вы должны написать это четверостишье? На тему бьюти. То есть любая бьюти-тема, пожалуйста, развивайте эту мысль. Вы можете написать как о косметике, как о любой вообще косметике, декоративной или уходовой, неважно. Как о моем канале, например, или обо мне лично. Пожалуйста, выбор за вами. Но тема должна быть именно красоты. Далее. Второе условие, конечно же, вы должны являться подписчиком моего канала и второго канала, который называется Гекта Лайф. Ссылку на этот канал я оставлю внизу. Я буду строго проверять, подписаны вы на эти каналы или нет, поэтому сразу же открывайте ваши подписки. Если подписки будут закрыты, вы не будете считаться победителем, имейте в виду. Следующее условие, вам должно быть 14 лет, то есть вы должны иметь уже непосредственно паспорт, либо кто-то должен иметь из ваших родственников паспорт для того, чтобы получить ваш выигрыш на почте, поэтому будьте готовы к таким вещам. Вот, собственно, и все условия моего конкурса. А теперь давайте же я вас познакомлю с подарками. Кстати, выигрышных мест будет 3. И первое место получит вот такую замечательную туалетную воду от компании Враше, которая называется Flower Party. Это очень сладенькая, приятная и классная вода, которая обязательно вам поднимет настроение. Также первое место получит вот такую замечательную свечу из IKEA, которая имеет замечательный цветочный нежный аромат. И третьим подарком первого места будет вот такой замечательный бальзам для губ, который придает розоватый оттенок, но, естественно, за ними ухаживает. Второе место получает вот такой продукт, это молочко для снятия макияжа, бархатное питание от Ivrache. Из этой же серии тоник, бархатное питание. Превосходный гель для душа с ароматом иланг-иланга, который просто чудеснейшим образом раскрывается в душе. И пробничек от Max Factor, это тональный крем. Ну и наконец третье место. И третье место у нас получит первый подарок. Вот такое мыло для рук, нежное, замечательное мыло, которое имеет приятный аромат и отлично ухаживает за руками. Моющий гель для рук, нежность, гамамелис. Лак для ногтей с эффектом иния из новогодней лимитированной коллекции, зеленый иний. И гель для тела и волос с ароматом вербены, тоже от компании Враше, из серии «Растительная свежесть». Имеет очень приятный цитрусовый аромат. И пробник новой туалетной воды «Моменты счастья» зелененькие, льё в облегченной версии. Вот, собственно, и все условия. Как вы уже поняли, конечно же, выиграют 3 самых красивых четверостишья. Поэтому я желаю вам успехов и победы. Конкурс продлится ровно месяц. Через месяц он закроется, и в ближайшее время будут объявлены победители. Всем спасибо за внимание и еще раз успехов. До встречи на моем канале. Пока-пока!